Большинство банков было вообще создано для мошеннических операций. Вот, и это очень хорошо, что Центробанк начал заниматься и отнимать лицензии у самых недобросовестных. Есть же правовое поле, давайте действовать в рамках этого правового поля. Если банк не вел никаких сомнительных операций, мне кажется, ему нечего бояться. Это происходит в силу того, что действительно о нас хотят позаботиться, потому что есть действительно очень много банков, которые превышают свои полномочия и выходят за рамки той лицензии, которую выдает им Центробанк. У меня есть немножко денег в швейцарском банке. Я был, я просто видел, что это такое. Совсем все по-другому происходит. У нас, я считаю, Сбербанк, но, может быть, еще 3-4 банка есть таких сильных. Я считаю, раздувать эту систему совершенно не надо.